Одним из 7 видов спорта Всероссийской гимназиады, которые в этом году доверено провести Саранску, стала художественная гимнастика. В День защиты детей состоялось торжественное открытие соревнований. Медали гимназиады будут разыграны в индивидуальных и групповых упражнениях, а также в командном зачете. В соревнованиях участвуют 3 региона – Москва, Нижегородская область и Республика Мордовия, которая на правах хозяев соревнований выставила на гимназиаду 2 команды. В каждой сборной по 2 мастера спорта, по 2 кандидата и по 2 перворазряда. Отдельно медали разыгрывают команды по групповым упражнениям. Здесь одними из лидеров являются гости из Нижнего Новгорода. Мы приехали из Нижегородской области с нашей мастерской программой, которую мы отрабатываем уже 1,5 года. Хотели поднять всем настроение своим выступлением. Задача у нас была выступить достойно, чисто и порадовать зрителей и судей. В команде важно, чтобы все друг друга понимали, поддерживали, не ругались. Ну и, конечно, мастерство тоже очень важно. После того, как соревнования гимназиады будут завершены, для мордовских гимнасток наступят небольшие каникулы. Но долго представительницы этого грациозного вида спорта отдыхать не смогут, ведь впереди новые важные старты. Это у нас последние соревнования. Следующие у нас начнутся уже в августе. И как подготовка к всероссийским, и у нас же в Саранске в сентябре пройдут 2 крупных всероссийских соревнования. Это общество «Спартак» и «Юность России». Поэтому у детей мало времени, чтобы отдохнуть и подготовиться к следующим стартам. На церемонии торжественного открытия гимназиады был дан старт еще одному важному и масштабному спортивному событию. С 1 июня по 12 августа в нашей стране будет проходить всероссийский спортивный марафон «Сила России». В рамках этого марафона по всей стране будут открыты для бесплатного посещения различные спортивные площадки и планируется проведение массовых соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Принять участие в марафоне сможет любой желающий. Достаточно зайти на сайт «Сила России» ER.ru, выбрать площадку или мероприятие в любой удобной точке страны и зарегистрироваться для участия. В Мордовии на данный момент к марафону уже подключилось 17 площадок. У нас, в частности, в Республике Мордовия сейчас открыто 17 площадок, на которых будут проводиться зарядки с тренерами, известными нашими спортсменами. Будут проводиться соревнования по волейболу, баскетболу. Будут предоставлены возможность вам плавать и много-много видов спорта, которые мы планируем провести в рамках данного марафона. Это и семейные виды спорта в день семьи, любви и верности. 12 июня мы планируем провести соревнования по таким национальным видам спорта, как самбо. Главная задача марафона, говорят организаторы, популяризировать здоровый образ жизни и помочь семьям проводить больше времени вместе с пользой для здоровья. Впереди участников марафона «Сила России» ждет нескучное и спортивное лето. Анастасия Мишкина, Андрей Просвиркин, программа «Наш спорт».